Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 31 по 36 стих. 1 декабря сегодня, 17 года. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которую из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги?» Псалом 81, 6 стих. Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал: я Сын Божий. Толкование блаженного Феофилакта. Так как Господь сказал, что я и Отец одно, разумеется, во власти и силе, и показал, что рука его и Отца одна, то иудеи сочли это за богохульство и хотели побить его камнями за то, что он делает себя равным Богу. Господь обличает их и показывает, что они не имеют никакой благословной причины к неистовству против него. Но вероятно, напрасно напоминает им о чудесах, какие он совершил, и говорит: «Я показал вам много добрых дел, за которые из них хотите побить меня камнями?» Они отвечают: «Мы хотим побить тебя камнями за богохульство, за то, что ты делаешь себя Богом». Он не отрицает этого, не говорит, что я не делаю себя Богом, я не равен Отцу, но еще более утверждает их мнение. А что он Бог, доказывает это тем, что написано в законе. Законом же называют и книгу Давида, равно как и все Писание. Слова его имеют такой смысл: если получившие обожение по благодати суть Боги, Псалом 81, 6 стих, и это не поставляется им в вину, то какая справедливость, когда вы осуждаете меня, который по естеству Бог, которого Отец осветил, то есть определил на заклание за мир? Ибо отделенное Богу называется святым. Очевидно, когда Отец осветил меня и определил на спасение мира, я не равен прочим богам, но есть истинный Бог. Если же и те, которым было Слово Божие, то есть я, ибо я Слово Божие, и я, вселившись в них, даровал им Сына положение, если они суть Боги, то тем более я могу без всякой вины называть себя Богом. Я, который по естеству своему Бог, и прочим дарую обожение. Да постыдятся сих слов ариане и несториане. Ибо Христос есть Сын Божий, и Бог по существу и естеству, а не тварь. И дает обожение прочим, которым было Слово Божие, а не обожается сам по благодати. Подожди-ка, я расскажу. Вот картошку варят, женщина варить не умеет картошку, она разваривается в них и просто не умеет. В этом мы не доверяем здесь. Вот сварилась, теперь попробовал я так, нож идет, все, сразу снимаю и сливаю. Вот мы слились, теперь я здесь закрываю, сейчас минутку покажу, как, чтобы пар не шел. Она отстоится, вот эта вода. Отстоится, еще раз перельем, и наконец нам почти чисто делать. И ее очень полезно пить, никуда ее не выливать. Теперь вот это вот я поставил сейчас, вылил воду. Сейчас с минуты примерно закрытая крышка подержать вот так вот ее здесь. Ну, маленькой. Она как бы доходит. Это я рассказываю не случайно. Сколько вот был где, совершенно неправильно. Варят, разварилось, обстал. Никуда не годно это. Яйца варить начнут, все потрескается. В кипяток. Кипяток. Когда закипит? И 3,5 минуты. Ни на шаг никуда. 3,5 минуты. Ну, просто надо маленько. Все, вот теперь еще оставляю теперь минуту одну, теперь пар, чтобы из нее вышел. И когда с ним много сварим, мы ее очистили на, ну, противень называется, листок, подсушили, пожалуйста, иди мне неделю. Она мелкая,
Совсем даже, кажется. Сейчас я уже буду снимать. Ну, такие простые истины, как тут молоко поставил на плиту. У нас был недавно один. Сел сюда. Ну, конечно, еще оно пошло. И все, и плитка, все абсолютно там залито. Молоко, если ты уже поставил, три предохранителя. Есть такой кружок, называется сторож. Он начинает прыгать и стучать по дну. Закипело. Перед тем, как молоко налить, сначала налей воды. Хотя бы, ну там, ну чуть-чуть, лишь бы там водичка была, но смоченная была. Вот. И сразу покрышку вот открывает, все. А то закроет, она мокрая картошка. Все, пускай остывает. Сейчас ее нельзя трогать. И когда поставишь ее, это молоко, на шаг не отходи. Так и стой рядом. И крышку не закрывай, чтобы видно, что начала пениться. Тебе ну, рядом воды поставь холодной. Ложку плеснула, села, молота, пена. Теперь снимай ее. Не отходи. Ничего нельзя сделать. Полвека учу и не могу научить одного человека. Ой. И обязательно сделай по-своему. Опять, ничего. Видишь, опять сбежала. Ничего. И когда у плитки вот эта вот спираль, тут у нас спираль такая, ее не надо, эту спираль поднимать. Потихоньку, когда поднимает, перегибает, все, плитка пропала. Ну, такие простые-то вещи, можно научиться. Все равно никак. Я сделал-то здесь, прибил веревочку, сплел. Я говорю, как только на таком расстоянии, вот ты, надень ее, петелька, и стой, чтобы тебе не убежать-то. Скажи ты, сатана это увидал. Ни раньше, ни позже. Только что прошли, дверь не закрыли. Ну, а живем в одном коридоре барачного типа-то. Постучала соседка, дверь открывает. Ой, я здесь, она метнулась. Она забыла, что привязана. А соседка-то увидала. И молва какая, как жену держит на веревке, связанную. Она метнулась, а тут дернула и засмеялась. Но это никакой роли не играет. То есть, ну, вы сами подаете повод к тому, чтобы не выглядеть умным. Мы забываем о том, что написано. В Библии написано, Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. А то Бог всех любит, приходи, какой есть. Я принимаю друзей, какой он есть. Это ложь. Мы принимаем друзей, чтобы они лучше стали. Только в этом смысле имеет смысл дружба. И дружбу свой человек направляет так, чтобы друг был похож на него. Наркоман делает его наркоманом, пьяница пьяница. Верующий делает его верующим. И вот сегодня мы сейчас вот будем сразу события дня записывать. Да, и попутно хотел спросить. Вчера я Вите кинул материал. Я говорю, Витя, когда последнее у нас было занятие, мы аппарат не знали, брать или не брать с собой, потому что у нас тут, это батюшкин аппарат, видеоаппарат. А вы сидели сзади, и надо снимать будет. А вы сказали, а у меня есть аппарат. Говорила? Да. Говорила. Прошло месяц 20 дней, и ни одного занятия не записали. Я с ребенком сижу, я не могу ходить. А? Я не могу ходить снимать, я с ребенком. Тебе не надо снимать, а ты Вете дай снимать. Кто-то снимет. Ну, вот аппарат стоит, пусть берут. Ну, это. Ревности нет. А пусть стоит, пусть берет. Так не рассуждают. Ревности нету. Были места, мысли. Ну, 50 дней. А давай в месяц и сколько? 4, 6. 6 занятий пропустили. А пускай так я положила. Нет. Не выйдешь из дома, пока не возьмешь, пока не заснимешь, не принесешь. Ревности нет, это ничего нету. Ни аппарат, ни ты не нужен будешь. Ты должна гореть огнем. Да мы записываем там, когда считают. Да считают-то как? Мне в интернете говорят, они считают как? Не давайте им считать, они Златоуста только портят. Считайте сами. Сейчас я выставляю старые записи мои, которые были. Нашлись люди, помощники в стране. Двое трудятся. Один по какой теме, сейчас не знаю, житиями, а другой Златоуста выставляет. И Библию. Ну, насчитанную, наверное, я сказал, по полчаса делай. По полчаса ролики пошли теперь. Все, с сегодняшнего дня. И архипелаг ГУЛАГ. А сколько? По Библии пока не знаем, потому что по главам знаем, а как разбивать по полчаса, не знаем. Я знаю сколько. Это примерно 180 роликов будет. Только по Библии. Архипелаг ГУЛАГ 76. Златоуст 1276. Его отдельно проповеди решили сделать. И я не знаю, как их сделать. В аудио, из аудио, в видео. Все, нашлись люди. Только объявил, сразу нашлись. Проверил их. Их людей этих знаю. Ни один недавно пришел, сразу выписал книгу, получил. Я не могу даже высказать, что. Держит в руках пленки. Самое неприятное, это на Украине. Самое неприятное. Мы когда ездили в дороге везде, дай, 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 дай. Крохоборы, жадины.
И вот один из Америки, пятидесятник, третьем поколении. Это ясно дело, что не православный. И во сне он увидел меня, голос ему был неоднократно: найди Игнатия. И он только зашел, сразу нашел. Стали говорить, и он теперь всем братьям, всем говорит, и выписал книги, но я, говорит, тут временно, на Украину возвращаюсь. И он заплатил долларами мне, ну, обычно как посылаешь, получили посылку, сказали им все, Украина не так. 4 книги послал, они не отдают, пока 70 долларов не дашь. Во всем мире нету, ни в Америке, ни в Австралии, ни в Германии, ни во Франции, нигде нет этого, чтобы за посылку ее выкупать. Нет этого, только Украина. Это как проклятие, какое над страной висит. И он сразу написал, пятидесятник-то этот, Леонид звать, хороший, видно, человек. И что делать-то как? Я говорю, собери там по одному доллару, но выкупи книги. Они мне не дадут, они там украдут его. Вот мы проезжали с собакой, у нас зачипировано, у нее документы, паспорт, все. Везде пропускают. На Украине дай что-нибудь пропущу. Таких наглецов нигде не видели. Я видел... В Греции они не работают. Вот 100 километров проезжаешь, у них шлагбаум, она у нас выше обыкновенно, за грузовую тоже берут. Но там у государственных как бы уже порядок это такой у них, им жить не на что. Но Украина, наши родные братья, и дайте значок этот, я русский, купи у меня значок. Дальше не пропускает, вот такая как бы бумажка, и чтобы я ее на переднее стекло, то есть и полиция стоит, а как где у вас это, чтобы все знали, что я русский, в кого стрелять. Это что ж такое? Витя ездил, он все знает. Вот сейчас, только вчера это было, или позавчера. Что делать? 70 долларов. 70 долларов за выкупить 70 на 60. 76, 42. 4200 заплати. 4200. И ни за что. Вообще ни за что. Где бы мы ни посылали, никогда. Ну, я же здесь оплатил за все. И при том посылаю в Америку, везде. На Украину самый большой налог берут здесь. Но то это в народе. У нас еще в армии был, говорили, хохол домой не пойдет, если лычку не получит. 5-6 заложит, что-то расскажет, чтобы ему дали лычку. А лычка это, ну, как вот, совсем никто. Ефрейтор. Ефрейтор, но из ефрейтора может вырасти фюрер. Он был тоже ефрейтор. Видишь, сколько я вам попутно хотел сказать. Записывать, я сказал все. И потом, как Витя там напишет, и на диске жестком или как. Люди ждут. Никиты нету. Ну, нету и нету. Уже сколько запросов. А где Никита? Что с Никитой? Мы заметили, как он совсем другим человеком делается. Люди видят это все. Вас не было. Непрерывно спрашивали, где Яна? Виктор, где она, Яна? Они ничего не знают, но видят, что ее нету. Это люди из интернета. А просмотров 9 400 000. Это не 2 человека. 9 миллионов. И за нами очень внимательно наблюдают. Вот печку ей делали, мы засняли, как печку, я Володе там подсказываю где-то, 150 человек посетили. Иоанн Златоуст проповедь читает, стоит. 5 человек. 5 и 150. А поставил сегодня одновременно. Так это я сказал, сейчас еще скажу, какая разница. Чтобы это не устаревшее было. Смотри, я вот сейчас здесь выставляю. Что я выставляю? Да выставлено. Я обновление. Вот смотри, сегодня я каждый день по 10 роликов выставляю. Вчера вот этот Рустам зашел, скинул на Володя, а где мы беседовали? Сегодня я дал его 70 просмотров за 2 часа. Златоуст. Что я говорю, 5? 2. 2. Надежда Васильевна сидит. Сколько? 178. Златоуст 2, а печку делает 178. Ну, народ такой, им интересно, как печка делается. А Златоуста, дескать, я в другой день посчитаю. Ну, теперь Златоуста считают. А теперь вот я выставляю своего Златоуста. Разница уже есть. Тут 12 посмотрели. Это я насчитывал в 70-х годах полностью 12 томов. И сейчас решили оживить. И там шумы слышатся там где-то, ну... Еще спрашивают, 30 лет не перемотанные пленки были. И нашелся человек, говорит, я могу даже несколько шумы убрать. Я говорю, все не уберешь. Даже на грампластинку Ленин говорит, советские коммунисты не могли от этих щелчков убрать. Так, понятно? Это утро. Вот сейчас я буду события дня. Ролик составляется. Что у нас вчера было? Все пока на этом. Сейчас я ставлю. Вот у меня, видишь, какой ящичек.
высота его вымеренная какая. И что интересно, открытие за открытием идет. А это у меня здесь всегда под рукою книги хорошие. Это кто? Игумен Кирилл Сахаров. Вот, Сахаров. Это тоже Сахаров. А это что у меня? Коран. Под рукою. Ну что это не просто так Коран? Ты на обратной стороне посчитай как. А где его издали? Вот. А зачем вам? Ну тебе не надо, а мне надо. Вот я даже здесь первую страницу. Вот. Коран. Перевод смыслов и комментарии. Кулиев. Я. Вот она где. Ну посмотри. Это когда издана была Москва, Ума, 2006. То есть это издали сами мусульмане, Ума издала. И вот оно где. Пожалуйста. И это не все. Вот она с обратной стороны. Вот смотри. Там кто-то выписывает газеты, и она, ну, прочитали, и все. Теперь эти газеты отдают, вот сразу только сколько принесли, гляди, какая пачка. Татьяне. А Татьяна дает нам на растопку. Ну и на растопку ни одна газета не пройдет, пока я все не проверю. Все до одной. Нужные статьи редкие, все вырезаю. Ну, у меня архив 750 килограмм. 13 метров высоты я сложил. Потеряйте написано. Для будущих поколений. Интересно, да. Я там пометки делаю, на что обратить внимание. Все на этом. Сейчас начинаю. Включаю.